Всем привет, друзья! С вами Ива. Вот это что вышли из этого портала у соседа. И там теперь будут выходить ролики разные с иных соседов. И тут сегодня я продемонстрирую второй скин соседа после обычного. Это седовласый или седоволосый. Просто в скинах написано седовласый. Я называю седоволосый. Да. Сосед, ты тут? Он сюда идет. Он что, сюда идет? Да, он сюда идет. Да, мы должны приготовиться. Стрелять в него. Сосед, походу, здесь возле этой стенки. Так. Сейчас я вам его покажу. И... кому нравится первый лава, где Питер, мадам Ата, полицейский, дом соседа, подпишитесь. А кому нравится вторая лава, где вот этот портал, все такое, вот это. Ну, вот где сейчас, кому это нравится, тот пусть подпишется. То есть тот пусть поставит лайк под видео. Сосед, ты издеваешься? Я тебя ищу, а ты где того? Что, где он? Он же тогда что, тут был? Сосед, я знаю, ты где-то тут. Реально, где он? Ищешь, что ли? Или он себе домой пошел? Ну, из подвала вон. Я не понял. Сосед, ты тут? Сосед, ты издеваешься? Ребята, говорят, а, вон, стоп, где он, я его не вижу. Ну, подачу он где-то тут. Сейчас я вам его покажу. Вот, седоволосый, седоволосый, ты чё? Ой, блин, зачем сюда нажал? Вот, седоволосый сосед. Вы видели? Он так резко напал, я даже удивился. Смотрите. Чё там, а... вот седоволосый. Это сосед наш сегодняшний. Седоволосый сосед. Но я буду вот так типа в ряд. Вот сначала обычный, потом легендарный. Потом ред и потом легендарный. По порядку я буду показывать вам иных соседов. Сначала обычные. Все, мы телепортируемся в первую лаву. Первая лава моя самая любимая, потому что она большая. Это, Так. Мы сейчас заходим. Первую лаву. Найди способ открыть сарай. Стоп. Стоп, Эндер. Найди способ открыть сарай. А я же его отрывал уже. Смотрите. Ой, случайно разбил. Вот, блин. Смотрите, я же его отрывал, сарай. Если не верите, то смотрите. Вот сарай. И он открыт у нас на изи. Ловушечку мы заберем. Соседа замораживать. Инвентарь заполнен. Смотрите, давайте на питомца посмотрим. Чего? О, смотрите. Питомец еще вот так ходит прикольно. А где ловушка? Вот такой питомец. Это скорпион. Скорпион, ты меня не видел. Так. А ты помните, когда было Хэллоуинское обновление? Тут были это и тыковки. Это были тыковки, но с ней они, потому что они
Шутки, вона вміє дрогати, вона вміє дрогати. Вау. Это было ты где на сне обе, да? О, здорово, Дори. О, Питер, привет. Ты знаешь, что Дарт Ридл сосед? Новый скин. Да, это то, что его там. Он меня поймал за спиной. Реально? А где? А, он меня поймал в подвале у соседа. А, понятно. Питер, я сейчас зайду домой. Ну. А, усадь нельзя взять. Здесь у нас что-то есть? Нет, в доме у Питера у нас ничего такого нет. Подожди, а? Сейчас мы посмотрим оружие. А где оружие? Ее здесь нет. И в инвентаре у меня тоже ее нет. Где оружие? Питер, где оружие в этом растении? Эй, я, наверное, сосед украл. Да, помните туда? Вон, это. Туда мы не приносили саженец Питеру, то здесь были следы, они шли вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так они шли. Потом они шли вот сюда. Вот так, вот так. Эти следы черные. И вот сюда. Это на соседу Питера Амеру. Вот эту саженицу украл. Наверное, он еще сейчас, когда его в подвале. Помните, тогда его в подвале соседа не было. Это, наверное, он Питера ограблял. Забирал оружие, помните? Тогда его там не было. В начале ролика. Так. Что мне взять? Ну, чтобы разбить окно. Сейчас мы найдем яблочко. А вы-то дайте мне здесь яблоко. Снеговичок. Так. Сосед, ты тут? А где сосед опять? Сосед, ты издеваешься? Почему ты постоянно куда-то уходишь? А, он, наверное, в городе. Это отлично. Сейчас я вам его покажу, этого соседа. Вот, это волосы сосед. Смотрите, у него футболка черно-белая, и у него еще волосы седые, да, у стариков. У некоторых. Смотрите, это вот такой сосед. У него даже усы другие, чем обычно. Смотрите. Сосед, ты без... ты издеваешься? Возьмите меня, сосед. Давайте просмотрим рекламу. Посмотрим рекламу и это. И посмотрим на соседа, то он будет оглушен. Заходим. Почему? Вы серьезно? Так. Ну что ж, ребята, у нас вот такое получилось видео с этим соседом. Соседом волосом. Вот такое у нас видео получилось. Вот такой сосед. Они там еще могут у нас соседа? Ну, есть. Есть в следующих видео. Каждый день видео будет выходить. И видео новые соседи выкладывать. Особенно сейчас, 25 декабря. Наверное, какого, смотрите. Вот так выглядит наш седовласый сосед. Такой прикольный, смотрите.
не на территории. Вот ой, сюда влажный кислот. Вот у меня волосами. Вот ой, сюда у меня штанительный, обувь черный. Вот у меня кислот сегодня. Вот это сейчас посмотрим. 31 декабря. Новый год. И 1 января. Поставьте, подпишитесь на канал, кто любит праздник Новый год. И так. И смотрите. Я каждый день это снимаю новые скины соседов. У меня есть вот такой, вот такой. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Такой. Снежный. Обычный. И сегодня у нас был вот этот сосед. Тогда у нас будет Новый год, а он мне скин соседа выложить. На Новый год, а он мне скин соседа выложить. Вот этого. Свитер с оленями. Или... хвойного. Короче, кто хочет свитер с оленями, тот пусть подпишется. А кто хочет хвойного, тот пусть поставит лайк. В следующем видео поговорим по этой теме. Веселый Роджер. Моя заключенный скелет, любитель попугаев, ну я на футбол и попугайчик нарисован, мумия, талисман 2023, пловец заходов, синий-синева, бело-красный, мудрый слон, дендроид. Кстати, помните, мы проходили квест Питера? У меня даже было видео, что случилось с Питером, с дендроидами и с соседом. Часть первая, часть вторая. Нам туда мы проходим квест Питера, дают вот этот скин соседа. Цветочек. Помните? А что нам не могли дать, если это лава там где дендроиды, вот такого соседа? Дендроида. Что у нас же лава с дендроидами, там где дендроиды, надо от них убегать. Почему нам не могли дать вот такого соседа? Дендроида. Ну что ж, ребята, вот такое у нас видео сегодня. Следующий сосед, получается, будет... Узнаете? Ой. И вот такое у нас видео. А еще в этот день получается инбоксы, потому что я смотрю кучу рекламы. Ну, призы, монеты, батарейки, ловушки и инбоксы. Короче, вот такое все. Вот такой у нас сегодня конец. Вот такой сосед у нас сегодня. Седовласый. Соседушка. Вот такой у нас сосед. Ну что ж, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Давайте добьем где-то до... хотя бы до 20 подписчиков. И... я тогда буду снимать. Потом еще подумаю, что снимать. Ну, короче, под тем видео, где будет куча лайков, то и буду снимать. Кстати, плохая новость, то, что мой щенок... Помните видео про Вальтера, моего щенка? То, что мы его покупали... О! Мы его покупали в одной семье. Потом они по ней
нему соскучились и забрали его обратно, из-за этого я не могу снимать про него видео. Ну, то, что это такой милый щенок, лучше поставьте под этим видео лайк. Хорошо? Ну, вот такой у нас сегодня соседушка. Так, соседушка, что ты тут оборачиваешься? Думаешь, что на тебя никто не... сосед, ты чего? На, получай инбокс. Бокс, бокс, это же коробка анализом. Вот он на сегодня смешной конец. Почему смешной? Потому что ему лучше. Значит, ты чё, бронированный? На. Смешной конец, потому что тому... Полицейский, это видишь. Сосед, ты чё? Ты издеваешься? Вот такой у нас сегодня смешной конец. Мы соседа сбиваем. На, сосед. Он решил домой уже идти, потому что ему надоело. На. Смотрите, вот такой сосед у нас. Седые волосы, такая футболочка. Черно-белые. Смотрите. Еще у меня черные кроссовки. А еще я кое-что придумал, то что... Помните, был вопрос, какой сосед на Новый год? С оленями, в костюме с оленями или хвойного соседа? Можно, в принципе, сделать вот так. На Новый год вот это с оленями, а на Рождество вот этот хвойный. Ну да, если я буду куда-то раньше, чем Новый год и Рождество, то я их все равно выкладываю на эту дату, потому что они новогодние, понятно? Инвентарь заполнен. А еще я хочу отметить на инвентарь, чтобы у меня было все вот это. Ну, чтобы я мог еще включить. А что ты сегодня не вижу? Ты мне много где-то. Ну что, все равно? Ну, смотрите, всем пока. Всем добра, всем удачи, всем Что это было? Вы видели, соседок меня убивал. Ну что, всем пока, всем удачи, всем добра, всем пока. Зачем меня